Турецкий государственный лидер Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 19 февраля, выступил с новыми угрожающими заявлениями в адрес Кремля. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на Аль-Джазира. По словам президента, он готов отдать приказ о новой операции на севере Сирии. На такой шаг турецкое командование пойдет, если режим Башара Асада не выведет свои войска за пределы территории в провинции Идлиб, которую контролирует Анкара. Операция в Идлибе неизбежна. «Мы начали отсчет, мы делаем окончательные предупреждения», — отметил Эрдоган. Он добавил, что российско-турецкие переговоры по вопросам контроля над северо-турецким сирийским Рейганом не принесли удовлетворения Анкаре. На фоне этой несогласованности военная операция восстает как вопрос времени. Президент пояснил, Турция настроена организовать в Идлибе безопасную зону, несмотря на все возможные расходы. Это будет сделано даже несмотря на дипломатический провал в переговорах с Москвой, которая открыто стоит на стороне Асада. Напомним, в Идлибе продолжается сирийское наступление, которое прикрывают российские силы. Боевые столкновения и бомбардировки привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей провинции. Накануне в пропрезидентской партии Турции «Справедливость и развитие» также отметили готовность вооруженных сил начать наступление на севере соседней Сирии. Соответствующие подкрепления и военная техника уже переброшены через границу, которую контролирует Анкара по результатам операции «Щит Эфрата».